Привет, прогрессивные друзья. Это истинный следователь. Обзор посвящен сантехнике. Я уже снимал, по-моему, один ролик по поводу некачественных китайских шлангов. Это подводка крана. Продавался на месте с краном. Отдельно я не покупал. Естественно, потом я уже понял примерно, что покупать. Нужно покупать российского производства, ну или еще испанского было. Вот видите, гайка стальная получается, то есть она проржавеет, отвалится. Это нержавеющий, оплетка более-менее, резинка просто в хлам развалилась уже. Сейчас покажу. Вот эта резинка. Причем этот шланг особо в работе не был. Он просто через год резинка стала деревянной. Вот видите. Никакой нагрузки, воздействия горячей воды она не подвергалась, эта резинка. Я понимаю, что резина вся в итоге через сколько-то лет, там 5-10, рассыпается, но даже вот здесь вот стояли резиночки, по-моему, китайские, и они сохранили эластичность. Потом вот этот металл, видите, коррозия уже пошла. Здесь вот просто разваливается. Это опять же он не стоял нигде, я их заменил. И просто они от атмосферного воздействия разваливаются. Это похоже на силумин. Что видите, он не магнитится. То есть это деталька силуминовая. Резинка хлам, не ПДМ, как должна быть. Ну и вот это оторвется, протечет, проблем будет. Хорошо, что если холодная вода. Ну а если такая штука стоит на горячей, это может обжечь человека и убить даже. Горячая вода очень опасна. Вот такие штуки продаются в магазинах. Это продавалось в магазине... Ой, как... Ну, в общем, в Невограде, Санкт-Петербурге, Бухарестка 69, лента, и там в сторону лавка сантехника. Блин, нет, не лавка сантехника. Ну, такое большое здание на первом этаже, там находится магазин. Если идти от ленты 69 в сторону к метро, туда трамваи едут, и с левой стороны, если вот идете так... Сантехнический магазин. Давно туда уже не хожу, поэтому название подзабыл. Акведук, может быть, акведук. Ну вот. И они, естественно, прекрасно знают, что за хлам. Какие-то сертификаты должны быть у продукции, но такой строй в стране бандитский, который царь убийцы воров Путин устроил здесь. Поэтому такое говно и продается. Ну и все остальные проблемы тоже от этого. На этом все. Как выбирать, вы поняли. Просто либо российского производства, блин, курица, либо магнит еще берите, мерите. Хотя могут и российского производства плохо начать уже делать, фиг знает. Опять же, этот бандитский строй. Ну, вот это мощно вообще. Рассыпался в труху. Силумин, похоже на силумин. Ну, пока, ребята. Да, славится имя мое.